Магадан укутал белый снег, на дорогах появилась наледь. Такие условия не дают городским службам отдыхать. Техника ГЛУТ и сотрудники комбината зеленого хозяйства с самого утра очищают тротуары, парковочные места и проезжие части областного центра. Снег и лед сгребают ковшами тракторов, посыпая песком обновленную поверхность. На основных улицах города вывозят снег. Спецтехника задействована на проспекте Карла Маркса, Болдырева, Ленина, Колымское шоссе, Пролетарская, Кольцевая и во втором проезде Горького. Кроме того, для магаданцев продолжают устанавливать новые остановочные пункты. Это мероприятие проводится в рамках реализации муниципальной программы совершенствования транспортного обслуживания. В 2020 году было установлено 10 остановочных пунктов. На текущий год планируется установка очередных 10 остановочных пунктов. Сегодня новую остановку монтируют на улице Ленина напротив магазина «Восход». Следующий пункт планируют установить на улице Портовая со стороны движения от морского торгового порта в город.